Сегодня в выпуске. Новости Арцаха. В рубрике «История армянской церкви Арцаха. История Дадиванка». Рубрика «Факт дня». В рубрике «Выдающиеся арцахцы» Левон Айрапетян. Рубрика «Изучаем традиции Арцаха». В финале «Паре Гадёгум». Акцию протеста у правительства Армении проводят в эти дни вынужденные переселенцы из Арцаха. Жители Карвачара и Кашатага требуют решить вопрос жилья. Они переселились в Армению в результате 44-дневной войны. Государство ранее выделило им сертификаты на покупку жилья. Однако, как говорят граждане, банки отказываются финансировать, выдвигая дополнительные условия для сделки. Участники акции заявляют, что порядка 1700 семей до сих пор не смогли купить квартиры. Переселенцы из Арцаха запустили инициативу по жилищному вопросу. Идет сбор подписей. Направлено также открытое письмо правительству Армении. Инициатива предлагает: первое. Реализовать программу по обеспечению арцахцев жильем в течение 2 лет по принципу сохранения общин с активным привлечением международных финансовых структур и диаспоры. Второе. Выделить каждому вынужденному переселенцу 5 миллионов драмов на приобретение недвижимости. Третье. Не требовать принять гражданство Армении и продолжать оказывать им финансовую поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг в размере 40 тысяч драмов плюс 10 тысяч до обеспечения их постоянным жильем. Нацсобрание Арцаха потребовало от власти Армении обратиться в международные органы для осуждения Баку за разрушение здания парламента Арцаха в Степанакерте и осквернение других историко-культурных памятников в Арцахе. Парламент подчеркнул, что хоть ЮНЕСКО пообещала отправить миссию для мониторинга армянского населения Карабаха, ни одна миссия до сих пор не прибыла в Арцах из-за созданных властями Азербайджана препятствий. В последнее время в социальных сетях активизировались и получили широкое распространение различные ссылки для арцахцев, где собираются различные личные данные якобы с целью оказания им помощи в будущем. Следует избегать заполнения таких анкет в социальных сетях, поскольку они могут привести к определенным финансовым потерям. Будьте внимательнее. Уже много месяцев Азербайджан удерживает несколько десятков человек, арестованных в ходе войны в Арцахе. Среди них 8 бывших членов правительства республики. В плену находится также и Рубен Вартанян, который стал политическим узником Баку. «Мы требуем свободы для всех пленных, которые томятся в застенках Баку». В Степанакерте по распоряжению азербайджанских властей вандалы разрушили здание парламента, в котором еще в сентябре 2023 года работали депутаты Арцаха. Также террористы полностью снесли здание воинов-освободителей Азатамартик, которое находилось рядом со зданием парламента. Также стало известно, что азербайджанские варвары снесли памятник армянского писателя Хачатура Абувяна в Степанакерте. Азербайджанские террористы оскверняют армянские храмы. Устраивая из храма цирк, они делают снимки в церкви Пресвятой Богородицы Степанакерта, где, забравшись на алтарь, богохульствуют. Азербайджанские черные копатели, которые называют себя археологами, в январе этого года провели разведывательные раскопки во дворе усадьбы Меликов в оккупированном селе Ток Гадрутского района Арцаха, представляя памятники в районе села в качестве албанских. Об этом сообщает Monument Watch. В связи с этими террористическими акциями по сносу армянских зданий в Арцахе у нас вопрос к алиевской хунте. Если вы, оккупанты, уничтожаете в оккупированном Арцахе здания, построенные армянами, то почему бы вам не снести здания в Баку, построенные армянами, оперный театр, филармонию, доходный дом и другие визитные карточки города? Продолжается методичное уничтожение всех следов армянства в Арцахе, на армянской земле, которой более 2500 лет. Азербайджанцы снесли здание Национального собрания. Это двойной удар. Они также стирают символ привязанности Армении к демократии. Об этом заявил заместитель директора «Ля Фигаро» Жан-Кристоф Бюйсон.
Защитник прав человека Армении Анаит Манасян представила генсеку Совета Европы Марии Пейчинович Бурич данные о пытках в отношении мирных жителей Арцаха. Манасян обсудила с Пейчинович Бурич вопросы, связанные с защитой прав вынужденных переселенцев из Арцаха, а также проведенных офисом работ по сбору фактов. Карен Хачанов и Андрей Рублев проведут благотворительный выставочный матч по теннису в Глендейле для сбора средств беженцам из Арцаха. Мероприятие пройдет 16 марта в теннисном клубе «Homentment Glendale Ararat». Между Арцахским и Мравским хребтами на левом берегу реки Турту в княжестве Хачен стояло одно из древнейших святилищ Арцаха. Здесь было большое поселение, называемое Хут. Согласно истории, еще в первом веке для распространения христианства сюда прибыл один из учеников святого Фадея, Дадий. Здесь он принимает мученическую смерть. В дальнейшем на его могиле сооружается монастырь, который в его честь называется Дадиванг. В V веке Дадиванг, или как еще его называют Хутаванг, становится резиденцией епископа, одним из значительных духовных и культурных центров средневековой Армении. Монастырский комплекс многократно подвергался нашествиям иноземных захватчиков, был разграблен и разрушен персами, арабами и турками-сельджуками. Сохранившиеся ныне постройки, а именно старинная церковь монастыря, малая базилика, соборная церковь, Арзу-Хатун, церковь Хасана Великого, притворная часовня епископа Григора, зал-притвор церкви Арзу-Хатун, колокольня. Все эти сооружения уже 12-13 веков. Входящий в комплекс кафедральный монастырь Святой Богородицы построила в 1214 году Арзу-Хатун, супруга Вахтанга, великого князя Атерка. Монастырь построен в память о ее погибшем муже и сыновьях. Надпись на древнеармянском языке гласит: «С великим упованием построила Святой Собор на месте могилы мужа моего и детей моих, Асана, первенца моего и Григора». Британский историк искусства Энтони Истмонт считает строительство Дадиванга примером женского церковного покровительства в армянском мире XIII века. В нише колокольни предводитель монастыря Атанас поместил два великолепных хачкара. К монастырю примыкает церковь с притвором. В северной части комплекса в XIII веке была построена новая церковь, в южной – маленькая церковь Асана Великого. Монастырь богат подсобными строениями – дом священника, трапезная, кельи братии, давильня, помещение для хранения воды и прочее. В западной части монастыря притвор, который, согласно надписи, был построен в 1241 году самбатом. В восточной части комплекса, во второй половине XIII века, усилиями епископа Дапнеанд Саркиса, построена двухэтажная звонница. Часовня, сооруженная епископом Григором, имеет несколько залов. В южной части монастыря дворец Хасана Джалали, известного княжеского рода Хачена. Находящиеся на территории Дадиванга хачкары можно отнести к лучшим образцам армянского искусства резьбы по камню. Одна из келий монастыря – пещера Книг. Она находится на берегу реки Турту. Случайно обнаруженная в XIX веке эта пещера служила тайным хранилищем книг. В Дадиванге также находится усыпальница княжеского рода Араншахик Вахтангянов. К сожалению, постоянные частые набеги стали причиной того, что жители окружающих сел, в том числе и Хута, постепенно покинули эти места. В XIX веке монастырь окончательно опустел. Посетивший его в середине XIX века архиепископ Саркис Джалалянц описывал руины, которые служили укрытием для разбойников, совершавших набеги на Арцах. С установлением советской власти все монастырские владения были национализированы, и Дадиванг вновь обезлюдил. В 1924 году археолог Сумбат Теравитисян, побывавший в монастыре, отмечал, что местные кочевники превратили храм в загон для скота и беспощадно портят его кладоискательством.
После перехода контроля над монастырем к Нагорно-Карабахской республике в марте 1993 года были начаты реставрационные работы, а в 1994 году Дадиванг был вновь освящен. Летом 2007 года в результате раскопок под стелой возле алтаря были обнаружены мощи святого Дади. По словам бывшего предводителя Арцахской епархии, архиепископа Паргева Сарпазана, находка имеет общехристианское значение. Осенью 2020 года в результате новой азербайджанской агрессии монастырский комплекс был взят под охрану российскими миротворцами. Верующим еще давали возможность посещать святыню, но продолжалось это недолго. В настоящее время монастырь находится под временной оккупацией Азербайджаном. Знаменитый настоятель Дадиванга Тера Ванеса Ванесян многие годы помогал монастырю восстанавливать не только стены, но и намоленность и духовную силу. Мало кто знает, что Тера Ванес был участником Первой Карабахской войны. Во время Второй он был ранен и со временем вынужден был покинуть родной монастырь. Сейчас он служит в церкви Сырботс Варданантс в воинском пантеоне Ераблур. Я должен говорить с родными моих павших друзей. Ераблур – священное место, говорит Тера Ванес. По своему разнообразию строительных мотивов, светские церковные архитектуры, по поразительно тонкой резьбе по камню, по фресковой живописи, по богатству надписей и тончайшей резьбе по камню, монастырь занимает исключительное положение и признается одним из наиболее ярких художественных памятников армянской церковной архитектуры. Храм был, есть и будет армянским, ибо зло может ранить тело, но не может убить дух. Немногие знают, что в ереванском пантеоне воинской славы на Ераблуре, где похоронены Азата Мартикнер, героически погибшие в ходе национально-освободительной борьбы в Арцахе и отражении военной агрессии Азербайджана, есть одна мусульманская могила. Герой, покоящийся в этой могиле, Курбан Мурат Непесов, армянский фидаи туркменского происхождения, доброволец, участник Первой Карабахской войны, позывные «Туркмен» и «Басмач». Когда началась война в Арцахе, он отправился туда в составе созданного в 1991 году разведчиком Володей Матавосяном отряда под названием «Хайрваган» – «Отец Ваган». В феврале 1992 года, до начала операции по освобождению села Агдабан в Карвачаре, фидаин отправился в разведку и выяснил, что им противостоит азербайджанский танковый батальон. По переданным туркменам координатам, бойцы под руководством будущего генерал-майора армии обороны Арцаха Жоры Гаспаряна уничтожили 6 азербайджанских танков. После этого село было освобождено. 13 февраля 1992 года Непесов был смертельно ранен в бою против турецких серых волков и афганских маджахедов. Посмертно награжден медалью Республики Армения за отвагу. Ему было 23 года. Непесов – единственный мусульманин, похороненный на армянском военном кладбище Ераблур. И не просто мусульманин, а тюрок. Вечная память герою. Общественный деятель, филантроп, благотворитель, бизнесмен, меценат Левон Гургенович Айрапетян родился в 1949 году в селе Ванг Мартакертского района. Окончил философский факультет МГУ. Как журналист работал в газетах «Комсомольская правда», «Собеседник», журнале «Огонек». Он является основателем издательства «Современник». Занимался бизнесом, связанным с продажей нефти. Он принимал активное участие в создании НКР и считается одним из ее главных спонсоров. Его считают крупнейшим инвестором в современной истории Арцаха. Его планы были реализованы в Степанакерте, в селе Ванг Мартакертского района. В 2000-2002 годах на средства бизнесмена был реконструирован знаменитый армянский монастырский комплекс Ганзасар XIII века, который в настоящее время считается одним из самых благоустроенных святынь в Арцахе. Значительные средства вложил в развитие инфраструктуры вокруг монастырского комплекса села Ванг. Построил деревообрабатывающий завод, высококлассную гостиницу с китайской кухней, зоны отдыха, школу. Левон Айрапетян –
также взял на себя расходы по строительству участка автомагистрали «Север-Юг», проходящего через окрестности монастырского комплекса Ганзасар. В 2007 году Левон Айрапетян профинансировал строительство водохранилища емкостью 2,5 миллионов кубических метров на реке Хачан. Только строительство плотины высотой 26 метров обошлось меценату в 7 миллионов долларов. Вокруг будущего водохранилища решено было построить туристическую инфраструктуру и зоны отдыха. В том же 2007 году Левон Айрапетян организовал визит казаков России, Украины, Белоруссии, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии в Армению и Республику Арцах в рамках празднеств, посвященных 225-летию великого сына Арцаха, генерал-лейтенанта российской армии князя Валериана Мадатова. 16 октября 2008 года в Республике Арцах в древнем армянском городе Шуши и историческом Ганзасаре меценат организовал совместное венчание молодоженов. Эта церемония, в которой приняли участие 700 молодых людей, стала первой в своем роде не только в Арцахе, но и во всей Армении. В день большой свадьбы в монастыре Ганзасар обвенчались 200 пар. Спустя несколько часов в церкви Казанчацоц в Шуши обвенчались еще 500 пар. В родном селе Ванг основал гостиничные комплексы, банки, банкетный зал, благоустроил зоологические и ботанические сады Арцаха, реконструировал многочисленные межгосударственные республиканские автодороги Арцаха. Одной из приоритетных программ Айрапетяна было создание в Арцахе военной академии, целью которой была подготовка высокопоставленного офицерского состава для Республики Арцах и Республики Армения. В 2012 году Левон Айрапетян начал реализацию инициативы и профинансировал строительство военного училища в селе Ванг в Арцахе, которое не успел завершить. Великий сын Арцаха скончался 18 октября 2017 года в тюрьме, так и не окончив свои патриотические проекты. В 2023 году решением Совета старейшин Еревана 4-я улица Неркин-Шенгавита была названа именем Левона Айрапетяна, а намного раньше в столице Арцаха, Степанакерте, по соседству со стадионом, где он организовал свадьбу 700 армянских пар, был построен его бюст. Несмотря на то, что сейчас Арцах находится в оккупации, труды Левона Гургеновича не прошли зря. Все, что он построил, останется, все, что разрушат оккупанты, восстановится. Но самое главное – это люди. Люди, которые видели, как надо любить свою родину. Люди, которые видели, каким армянином надо быть. Люди, которые будут рассказывать своим детям и внукам об этом. И еще. У тех 700 пар, которым великий меценат организовал венчание и помог сделать первые шаги в семейной жизни, растут сейчас 2458 детишек. Вечная память вам, Левон Гургенович Айрапетян. И спасибо за все. Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня поговорим об Арцахском доме. Дом для арцахского армянина – это теплый очаг, где царит любовь и взаимопонимание, где есть четкое разделение обязанностей и забот. Типичный населенный пункт в Арцахе – это деревня – Шен. Строительство дома в деревне начинается с рытья фундамента глубиной 1,4 метра и шириной 1,2 метра. Бюнгдениль. Это было особой традицией, в которой участвовал весь род. Обычно в фундамент дома кладут деньги или ценные вещи, священник благословляет, также благословляют пожилые люди такими словами: «Люся цэллакизера» – «Пусть всегда горит свет». «Цоха мишт ергенькини» – «Мачинь охта хухав гацунастык». Бюнг был наполнен необработанными, твердыми и массивными, обожженными солнцем камнями, покрытыми твердым раствором из каменного порошка. На первом краеугольном камне открывают бохчу, режут хлеб, пьют водку и вино. Раньше родственники в корзинах отправляли муку, говядину, телятину, баранину, разные продукты строителю дома. Торжественное застолье сопровождалось игрой на зурне, барабане, песнями, танцами, сценками и играми. До завершения строительства дома родственники были обязаны помогать строителям. Шинутюна шеняв кашинин. Миня кара патанчиканель. Тона тот харчан тогель.
Тана Ера Эрканка Мататин Челлишинин. В раннем средневековье сельскими домами были в основном так называемые городамы, которые представляли собой квадратные каменные здания с крышей. Крышу делали из толстых дубовых бревен, врытых в землю с задней стеной, опирающихся на четыре толстые вертикальные колонны на каменном фундаменте. Новые двухэтажные дома с двускатной террасой с окнами на боковых стенах начали строить с 17-18 веков. Они состояли из четырех стен, каждая сторона называлась «ян». Задняя сторона была покрыта ковром, а на правой и левой стенах были выемки разного размера для посуды, одежды и так далее. На солнечной стене размещались застекленные окна. Вокруг основных комнат строились застекленные балконы во всю стену дома с обоих сторон. Крыша и укрепляющая ее наковальня, бревно, были плотно скреплены. За счет этого конструкция становилась сейсмоустойчивой и надежной в самых экстремальных погодных условиях. У дома были нижний этаж, который обычно служил хозяйственным целям, верхний – жилой этаж и чердак, где хранились фрукты, плетеная зелень, зимние запасы. Крыши были покрыты листвой или плоской черепицей. Сараи и другие хозяйственные постройки строились недалеко, в углу двора. Важным атрибутом старых домов был очаг, в котором горел огонь и вокруг которого, как правило, на коврах сидели все члены семьи. Позже очаги были заменены печами, а в наше время газовым отоплением. Отец, как старший член семьи и глава дома, занимал почетное место у домашнего очага. Вдоль одной стены была установлена деревянная кушетка, на которой возвышалась стопка подушек и одеял из чистой овечьей шерсти. Всевозможные горячие блюда женщины готовили на плите, а хлеб выпекли два раза в неделю в тонирах, построенных на улицах тах общими усилиями. Домашний скот в основном содержался в каменном просторном хлеве, который, как подсобное помещение, был неотделим от дома. Во двор дома также дополнительно входили сарай, хозяйственное помещение, туалет. В одной из двух комнат нижнего этажа хранились крупы и мука, другая служила кладовой. Хозяйка дома держала здесь разного размера глиняные кувшины, карас, пулик, наполненные домашними мясными консервами тагаль, маринованными или солеными овощами, топленым маслом, сыром и прочими продуктами. На углу стояли мешки или джвалы, связанные из овечьей шерсти, полные зерна и соломы, бочки с зерном и мукой. В другом углу висели сельскохозяйственные инструменты, кусочки шерсти и кожи домашних животных. Также там хранились графины с водкой, были развешаны сушеные овощи, маленькие мешочки с орехами и другими сухофруктами – шаран. В середине 20 века в арцахских деревнях строились современные особняки городского типа. Однако обычаи, связанные с шерстяной постелью, ковриками ручной работы, тонирами, обильными продуктовыми погребами, были сохранены в традиционном виде. Самое теплое арцахское благословение гласит «Шенкенас» – «Пусть твой дом всегда будет наполнен жизнью». Сегодня арцахские очаги не наполнены жизнью. Они остались без хозяев. Но ведь история человечества не заканчивается сегодня. Фактически со дня зарождения Арцаха много тысяч лет идет борьба нашего народа за право жить на этой земле. Канули в лету все империи, стремящиеся покорить нас. Ассирийская, римская, византийская, персидская, османская. И никогда, ни при каких условиях мы не покидали Арцах надолго. Однако с началом 20 века мы вступили в борьбу с самым отвратительным врагом.
это турецкий фашизм с его вассальным абшеронским бастардом. Они не знают, что такое честный бой, им неведомы такие слова, как достоинство, милосердие, созидание, культура. Кровь каждого погибшего за нашу родину в земле Арцаха, в корнях деревьев, в горных реках Арцаха, в каждом из нас. А значит, надо продолжать сохранять Арцах в любых обстоятельствах. И тогда мы обязательно вернемся и все отстроим заново. Паря Аджухум.